дня. Я дуже приємно вражена, отримавши запрошення від волонтерів. Мене звати Мотика Людмила Іванівна. В даному випадку я виступаю модератором показів від мандрівного фестивалю документального кіно. Це 14-й фестиваль, який проходить по території України з 10 грудня по 17 грудня, тільки цих 7 днів. В цьому році 27 фільмів вибороли перемогу, і вони транслюються по всій Україні. Так як я працюю в сільській раді села Щасливцево, то я є представником від Арабатської стрілки, тобто першим, хто ці фільми має змогу показувати, тому що на Арабатській стрілці раніше не було, знаю, що в Нічиську є клуб, тобто вже Нічиськ про це чув. А Арабатська стрілка якось трошечки була в стороні. Цей фестиваль, він створений при підтримці Організації Об'єднаних Націй, Фонду Милосердя і Здоров'я. І він націлений на популяризацію документального кіно. Також ви всі знаєте, що права людини зараз є на особливому рівні в усьому світі, тому права людини тут так само відображаються як головною метою. І цей фестиваль, він кожного року має якусь свою назву. І цього року він був названий «4 градуси». Про що це говорить? Якщо температура в наступні 100 років підніметься на 4 градуси, то є загроза до того, що людство може зникнути. Тобто Земля залишиться, а людство може зникнути. Це є реальна проблема, і організатори фестивалю звертають на це увагу. Наші українські тематику АТО, тому що ця тема для нас є зараз хвилюючою, напевно, для кожного, і навіть для тих людей, які ну зовсім нічого не знають про війну, вони не можуть бути окремо і в стороні. Ми будемо з вами дивитися «Війну химер». Фільм триває 1,5 години. Це історія про тих, хто був в Іловайському купі. Це вже другий показ цього фільму. Ну, дуже хвилюючий, ви самі зрозумієте, чому. От в мене такі емоції, тому що спокійно дивитися не можна. Мені хочеться після фільму, щоб ви висказали свої враження, власне, ті люди, які мають безпосереднє відношення до того. Ну і наскільки я розумію, що є така проблема, і якщо чим більше ми говоримо про неї, то тим легше тим людям, які там були, які то пережили, і вони не лишаються в стороні, а кожен з нас приймає в тому участь. Тому я прошу. Перший раз ми показували на базі відпочинку, так само всі жінки сиділи, плакали. Напевно, треба збирати дуже велику аудиторію і так само показувати, тому що повинні розуміти суспільство, що допомога потрібна хлопцям обов'язково, організовувати якісь заходи, щось, де буде обговорення, де буде спілкування і такий живий діалог. Тому що повернулася людина, а душа обдешалушилася там, і вона себе, напевно, тут не бачить. Тому така проблема гостра і... Проблема дуже гостра, і вона не вирішиться найближчими роками. Всі ті люди, що прийшли з війни, вони залишаться до кінця свого життя там, своїми подумками. І ті, хто поряд з ними живуть, мають усвідомлювати, що їм треба весь час підтримка цим людям. Я живу з людиною, яка 40 років назад воювала у В'єтнамі, і повірте мені, він кожної ночі підхватується, стріляє. Людей, які скажуть, а, от цей момент, їх не так уж много, їх мало, вони є. Вони є в кожному совєті, вони зараз недовольні, вони все время возмущаються, вони там хвалять, я ж це бачу, да, в своїй раді. Но при всьому при этом, это, ну, вот, я думаю, что очень много нормальных, адекватных людей в любом обществе, да, и после просмотра действительно вот учащенно бьется сердце, потому что это мы всего лишь увидели немножечко маленькую часть, это фильм, это теплый зал, просторный, осветленный, да, а что человек чувствует, когда побывает именно в этой ситуации, которая там, это тяжело представить, и я ее не могу представить. Но показывать это надо. Особенно студентов наших,
Вот, поэтому надо нам вот в этом фильме его надо комментировать. Его надо вот как мы сейчас собрались, и потом с ними вместе надо это все будировать, да, и обговаривать. Обязательно. Обязательно. Ну, я думаю, что... Этих ребят, которые вернулись, вот, как они возвращаются в эту мирную жизнь? А, парень данному говорит, что лучше бы я там остался. Психологически. Ну, именно все так. Ужасно. Это ужасно. Ужасно и, наверное, как-то я не знаю, много да, тем, которые здесь и которые там, просто-напросто понимать эти проблемы глубоко, потому что ну, как бы выпасть из жизни, а потом вернуться очень сложно. И вот представьте, там, например, завтра-послезавтра пришел такой парень, да, ну, вот и работает. То есть какие-то моменты, они могут быть, когда обычный человек не отреагировал бы никак, это может как-то вызвать у него агрессию, да. Мы часто видим, что военные, ну, которые там принимают бой, а у них агрессия. А по сути, может быть, нам нужно хотя бы какое-то понимание элементарное для того, чтобы не так агрессивно реагировать, и, возможно, эти люди тоже не будут проявлять агрессию. Но уже интересный момент, что да, война пришла, мы говорим друг другу, а почему не говорить просто так? Каждый день пришли домой, посмотрели на близких и сказали, я тебя люблю, наверное, не дожидаясь, пока кто-то, не дай бог, умрет. То, что закончится, дай бог, через 2 года, будет, наверное, продолжаться еще не одно десятилетие. Кажется, что и не будет конца этой войны. Возвращаются и потом попадают в ту же семью, да, и начинается конфликт. Это больше всего. Их лечить надо после этого всего. Хотя защищает эту жизнь нашу, наших детей, наших внуков и всех. Медицинское обслуживание. Хорошо. Так. Каждый ребенок имеет право голоса. Голоса, так. Каждый ребенок имеет право на семью. Учиться. Тут вот девочка говорит, право на жизнь, да? Да. Самое важное. Без него как бы вообще ничего не будет. Получить образование. Получать образование. Еще какие права? Право на семью. Право создавать семью, так? Да. А каким документом регламентируется, вот у нас есть 30 прав, да, которые регламентируются чем-то, чем? Как называется этот документ? Закон. Ну, закон, но немножечко... Права детей. Конвенция. Мама подсказывает? Конвенция. Почем? Конвенция права ребенка. Ребенка и человека, да? То есть взрослых тоже права регламентируются, да. Правильно? То есть мы же не только детей, а всех взрослых. А имеем ли мы право, ну я не знаю, например, кого-то ограничивать в передвижении? Нет. Не можем, правильно на это влиять? То есть человек захотел, человек... Да, мне кажется, не очень сложно, если владеешь камерой, да, понимаешь, как... Должны быть постановки моментов, то есть жить, да, я слушаю. Или можно просто запустить воздух дрон и снимать сверху. Вот. Или сначала выбираем сюжет, правильно, о чем будет фильм, а потом просто снимаем организационный момент, да, еще что-то. И дом еще камеры поставить, тогда тоже. И камеры поставить. Там надо тоже фильм снимать. И это все легко, правда? Вот, то есть у вас есть цель. Вы себе наблюдаете, растете и смотрите, что такого интересного можно будет снять и отправить на этот же фестиваль. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь, с удовольствием отвечу в плане этого. А вы мне скажите, вот интересно, да, то есть девочка, ей 20 лет, кстати,
И вот в какой-то момент, тут она вроде как ребенок, да, и вот взрослая жизнь, вот так вот раз, и вот, ну, в принципе, у нее семья не настолько благополучная, поэтому трудности были, наверное, с самого начала, правильно? Вот. И тут она, получается, вместо мамы. И вот вы видели, как братик, сестричка, да, вот, они ее любят, как вы думаете? Да, она им как мама. Как мама, да? И получается, что она дальше продолжает заниматься футболом. Ну, мы в фильме не видим, что какая у нее карьера, да, то есть успешная или нет, но автор, наверное, подразумевает, что... Видно, у нее столько медалей, значит, видно, что хорошая карьера. Хорошая, да, она целеустремленная. Чтобы добиться успеха, что нужно? Стремление. А еще что? Вот кто, есть спортсмены у нас тут? Да. Есть спортсмены. Вот. И что вы делаете, чтобы получить первое место? Побеждать как? Вот пришел и победил. Нет. Стараться. Стараться. Старание в чем проявляется? Как? Настрой должен быть. Настрой. Хорошо, настроились, пришли и победили. Упорно тренироваться. А что? Упорно тренироваться. Вот, упорно тренироваться. То есть мы не получим никакой результат, если мы не будем тренироваться, правильно? То есть каждый день мы ходим на тренировки или через день как? Через день и ходим как, с удовольствием или так? С удовольствием. И тогда на соревнованиях у нас первое место, да? Так? Ну мы еще не были на соревнованиях. Еще не были, ну будете? Мы были. А кто был? Мы в шестом. Были и в каком виде спорта? Дзюдо. Вот, дзюдоисты вообще очень сильный вид спорта. А вы кто? Кунг-фу. О, тоже боевые искусства, но я прям не знаю. Я боксеры. Боксеры есть, ну все. Я тут. Ты на руку пойдешь. Ну, то есть мы с вами уяснили стремление, упорные тренировки и получение результата, да? И также в школе. Все. Огромное спасибо вам за участие. Приходите еще на следующий.